Дети, поторопитесь. А дедушка что, не поедет? Дедушка? Ты помнишь, что было в тот раз? Пошли, не то на поезд опоздаем. Ты точно не хочешь, чтобы я поехал? Одна ты с ними не справишься. Я буду не одна. И этот человек не растяпа, как ты. Сюзанна? Она ж чокнутая на всю длину головы. Ужас! Нынче так трудно найти такси с палиндромным номером. Учтите, эта поездка не будет похожа на прошлогодний хаос. Секунду, где Павлик? Он же на перроне! Он часто так убегает. Не выходи! Нет! Не может быть! Мама, ты очень бледная! Нанеси румяна, конец связи! Сейчас купим билеты на самолет и долетим! Лететь не получится. Я боюсь высоты. Мы все сейчас умрем! Тихо, успокойтесь! Мы переночуем в камере! С дороги! Летим, я чокнутая! Ты правда сумасшедшая! У него портфель с наручниками! Наверное, он шпион! Милый! Мы все тебя заждались! Портфель при нем, ему не уйти. Мама, слушай очень внимательно. В поезде замышляется преступление. Его надо предотвратить. Вот черствые люди. Не шевелись, чтобы не случилось. Не сходи с места. Павлика, уйди! Павлика! Это кто? Актер из мыльной оперы. Турок. Это Турок. Кто? Турок. Господин Турок. Они уже рядом. Ну, прямо восставшие мертвецы. Смотрите, там граница. Франция. Детки в порядке. Я на кого похож? На человека, который кремы ненавидит. Кино с 22 июня.